твоих руках много крови, Немерод. За всех, кого ты убил. За Сидонию. И ради Императора. Я прикончу тебя. Грозные боги Хаоса, я Немерод, ваш вестник и воитель. Чтобы прославить вас, я сжег дотла 1000 миров. Вы дали мне задание вернуть этот осколок вашего могущества, и я сделал это. Рабы лже-императора, осмелившиеся посягнуть на него, пали от моей руки. Я возвращаю эту темную реликвию вам. Я предлагаю вам этот мир и все, что есть в нем. И ожидаю обещанную мне награду. Ждешь встречи с богами? Я отправлю тебя к ним. Признайся, Дид. Сила хаоса в тебе. Она взывает к этой реликвии. Только вообрази! Ультрамарины завоевывают всю галактику во главе с тобой. Представь силу, которой ты мог обладать. Как раб хаоса? Никакие твои слова не заставят меня свернуть с пути чести. Я отомщу за гибель моих боевых братьев. Ты мне уже не соперник, Ультрамарин! Исказите мою плоть, дабы я стал демоном. Покажите глупцу истинную природу силы. Обращали взор к небу, капитан Дид. Вы открыли портал в царство хаоса, капитан. Наши легионы уже ринулись в него. Раб уже императора пытался спасти эту планету от одного вторжения. Но взамен привел на нее другое. Thank you.
будут сметены с лица этого мира. Скоро в эту реальность переместится весь мой флот! Целиком! За императора! Начнем резню! Дело безнадежно, Тим. За мной стоит воля темных богов. А за тобой у тебя нет никого. И ты умрешь здесь, один. Смерть моих слуг ничего не изменит. А я недосягаем. Боги хаоса защищают меня энергией, что сотворило все сущее! Ты забыл, Немерод? Мне теперь тоже знакомо касание варпа. Да.
Ты скоро присоединишься к нам, брат.